Время сейчас такое. Время барьеров. Это непривычное чувство, словно между нами невидимая стена. Но я всегда открыт и готов помочь. Просто сейчас лучшая помощь – это соблюдение безопасной дистанции в зале и на кассе. Безопасности много не бывает. Не просто чисто, а стерильно. Убираем каждые 2 часа. В общем, у нас большие перемены. Но есть то, что никогда не изменится. Мы все так же рады вам и улыбаемся каждому покупателю. Просто сейчас под маской. Соблюдаем все меры предосторожности. Эльдорадо. Открыты для каждого.